Сегодня Абл спожил союз вяди дейность по 11 накерунках. Сярод основных – гандаль, громадское харчаванне, нарыхтовка сельскохозяйственной продукции и сыровины. Гандлевая сетка спожил кооперации наличивая больше за 1500 магазинов, з их 1400 у сельской мясовости. Зараз у Брестском областном союзе споживецких товариств працуют каля 14 тысяч человек. Потребительская кооперация сложно работать сегодня в новых условиях, потому что пришли сетевые компании, особенно в крупные населенные пункты, в города, в районные центры. Но Брестская потребкооперация не сдает своих позиций сегодня. Это одна из лучших потребительских коопераций в Республике Беларусь. Ну и к слову нужно сказать, что первые как минимум 5 мест в рейтинге лучших РЭПО в республике занимают потребительские общества Брестской области, поэтому они достойны сегодня встречают свой 100-летний юбилей. Брестский облспожив союз уже республиканский лидер у гандлі, промысловости и нарыхтоўцы. У планах на будущее будаўніцтва 8 новых гандлевых объектов и модернизации існуючых, реконструкция вытворчых пляцовок. Змяняются и подходы до реализации будаўнічымі материалами и нехарчовой группы товаров. Так плануется реализовать совместный проект с концерном «Беллегпром».